Привет всем, мои хорошие фанаты и поклонники. Хочу всех попросить прощения за то, что я не смогу приехать в Тверь, Ступино и Тулу, потому что здоровье подвело. Плачу не потому, что больно, а плачу, потому что очень не люблю кидать людей, особенно которые купили билеты. Но случилась очень страшная фигня у меня с ухом. Не буду говорить, что это не отит, ничего, это гораздо круче. Походу буду глухая теперь на одно ухо, но не переживайте, мое другое ухо гораздо сильнее. Вот, и я обязательно приеду в Кострому, потому что я уже лежу 2 дня, и сегодня утром сделали операцию. Сказали, что все я буду слышать, надеюсь, через какое-то время. Сейчас извините, что плачу, просто очень переживаю. Не хотела это выкладывать, но СМИ уже все написали, откуда они все это знают, я не знаю, все это интернет.